Анатолий Пахомов накануне общался с активом ТОЗ «Голубые дали». Сочинцы интересовались позицией кандидата в отношении экологии курорта. Говорили также о патриотическом воспитании подрастающего поколения и организации досуга пенсионеров. Обсуждали и ситуацию на дорогах. Сейчас, отметили сочинцы, в городе стало проще ездить. К примеру, на легковом автомобиле из Адлера в Сочи можно доехать за 20 минут. Да и внутри районов пробок стало меньше. Кандидат отметил, что во многом ситуация улучшилась благодаря строительству новых дорог и развязок. Да и автолюбители стали внимательно относиться к правилам дорожного движения. И для мэра, и для прокурора города, и для обычного нашего пенсионера одни законы. И к этому надо привыкать. И во всех странах мира именно так, в тех странах, которые живут неплохо, надо любить закон и жить для всех по закону. Успехов вам! Спасибо! Другие кандидаты на пост главы города информацию о своих встречах с избирателями не предоставили. Напомню, 14 сентября в 8 утра откроются все 215 избирательных участков. Голосование по выборам главы Сочи продлится до 8 часов вечера.